Четыре. Пять. Можно открывать огонь. Шесть. Семь. Восемь. Травы на нас. Отпустим ближе. Батареи к бою! Бою! По танкам, гранатой и цел 12! Так, и ты здесь, что ты здесь делаешь? Шестонар при первом ороде, товарищ гвардии капитан. Ты с ума сошел? Разве ты не понимаешь, что у нас идут танки? Дурачок, тебя же убьют здесь, сейчас же уходи отсюда. Куда? Назад, на батарею, в штаб дивизиона, в штаб полка, куда хочешь. Никак нет. Что? Никак нет. Я тебе приказываю, слышишь? Никак нет. Гвардии красноармеец Солнцев. Я товарищ гвардии капитан. Немедленно доставьте это донесение в штаб командира полка. Понятно? Так точно. Повторите. Приказ немедленно доставить пакет на командный пункт командиру полка. Правильно. Ступайте. Ну что же ты, ну? Выполняй, сынок. Зарядить! 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 Стой! Шестой! Я вас плохо слышу! Говорите громче! Что? Товарищ полковник, разрешите доложить! Есть! У комбата Енагиева подбито первое орудие, расчет уничтожен. Командир второго дивизиона. Волга! 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 Говорит первый! Волга на проводе, товарищ. Товарищ полковник, разрешите доложить! Немедленно четвертую и шестую батареи перебросить на высоту 59-3. Товарищ полковник, разрешите доложить? Да. Да-да. Уничтожить на правом фланге прорвавшиеся танки противника. Выполняйте. Комбат Енакиева. Алло, Анюта, шестого, шестого дай мне! Дай шестого! Не отвечает шестой, товарищ полковник. Командир третьего. Алло, Анюта, каму! Кама! Кама! Говорит первый! Первый говорит! Кама на проводе, товарищ полковник.